Ciao Алма, чао Луа. Рекомендовала la scuola. Алуа, мы скучаем по тебе, возвращайся скорее, говорят на видео ее друзья. В школе в Касл-Палока снова звенит звонок, но дочери казахского диссидента Мухтара Аблязова, в прошлом году ходившей в ней в первый класс, там нет. Причину ее отсутствия нелегко объяснить 7-летним детям. Вместе с родителями они выступили с видеообращением к своей маленькой подруге. Родители организовали обращение, собравшее 700 подписей, которое было направлено министру Эмми Банина с просьбой обеспечить безопасность ребенка. Bye-bye. Come back soon.